Как казанская икона Божьей Матери, которая сегодня обрела свой храм, возвращалась из Ватикана домой? Эту историю трепетно хранит священнослужитель католической церкви из Бельгии Клод Робине. Отец Клод владеет русским языком и был переводчиком на переговорах о передаче иконы в Казань. Об этом и не только свидетель исторического события рассказал нам в интервью. Добрый день, отец Клод. Слышно нас? И в конце скажу рехмет. В Казани большое событие. Наконец появился, открывается собор Казанской иконы Божьей Матери. То есть у иконы появился свой храм. А вы в свое время были свидетелем важных событий, когда эта икона, собственно, возвращалась в Казань. Это я хорошо помню. Помню церемонию с папой в главном зале для папских аудиенций. Была делегация из Казани. А я был настоятель русского католического храма в Риме и работал в русском, а потом в белорусском отделении Ватиканского радио. И в этом качестве я участвовал. Я переводил это, когда приезжали делегации. И за то я получил от вашего города медали с подписью президента, но не этого, это бывшего президента. Насколько это важная икона для католиков, для православных? Помню, что я освятил свой крест у этой иконы. Я видел икону только за ризой. Это очень богатая риза, богатая икона. Конечно, иконская икона. А что вы чувствуете в связи с тем, что состоялось, собственно, открытие собора Казанской иконы Божьей Матери? Когда вернули эту икону России и с условием, что она будет в своем городе, в Казани, конечно, поздравляю казанцев с большим удовольствием, я даже немножко тронут, и поздравляю всех, и мусульман, и христиан, католиков и христиан православных. Спасибо большое за интересную беседу, всего вам доброго. Не за что, рехмет вам, до свидания.